Приглашаю участников на мастер-класс. Приходите, присаживайтесь. Валенки непростые. Шептуны мы будем с вами делать. Очень интересные техники, которая называется фелтинг. Об этом я расскажу немножко попозже. Сейчас мы с вами, дорогие мои девочки, быстренько сделаем все это. И результат покажем нашим гостям. Вам ваша задача внимательно смотреть на меня и повторять за мной. Для того, чтобы нам с вами свалять сувенирные валенки шептуны, нужны вот такие шаблоны. Обязательно нужна вот такая вот сетка немножко дутая, для того, чтобы наши валенки хорошо валялись. Без вот этой пленки валяться они хорошо не будут. Также нам нужна сетка, для того, чтобы шерсть в наших валенках, она никуда не уходила в сторону, а оставалась на нашем шаблоне. Нужна непледеная шерсть, для того, чтобы валять валенки, и мыльный раствор, которым мы будем с вами скреплять наши валенки. Итак, берем шаблон, кладем его на пленку. Теперь берем шерсть и начинаем ее выкладывать не толстым слоем, так, чтобы наша шерсть выходила за линии нашего шаблона. Можно сделать так, чтобы середина была побольше шерсти, на край уходило немножко меньше, чтобы мы потом их завернули и они хорошо скреплялись. Итак, выкладываем. Первый слой мы выкладываем вдоль шаблона. Я буду делать быстро, если что, вам подскажу. Техника эта достаточно интересная, но как бы 15 минут это маловато. Поэтому я вас научу технике, и потом во время других мастер-классов можете одной рукой поваливать. Насколько толстый? Не сильно толстый, так чтобы нам легко было его свернуть. За края можете выходить. Итак, первый слой. Мы положим, всем видно меня? Теперь мы с вами начинаем делать наши валенки. Накрываем сеткой и через сетку мы впрыскиваем мыльным раствором. Сильно не забрызгивайте, у них должно прям течь, должно намокнуть, чтобы не очень пшикает. Может, я впрыскиваю. Да, но не сильно много. И такими поглаживающими движениями мы скрепляем наши нити. Это приятно для рук. Смочили всю нашу шерсть. Теперь мы с вами снимаем сетку. Гладить долго надо? Нет, так, чтобы все размочилось. Теперь снимаем сетку и переворачиваем наш шаблон. Теперь очень важное. Нам нужно с вами свернуть те края, которые выступали, по шаблону, так, чтобы форма нашего шаблона соблюдалась. Загибаем все края. Нет, подрезать сейчас ничего не нужно. Вообще нежелательно подрезать, если вдруг что-то пойдет не так. Красиво. Получается? Да. Молодцы, умнички. Теперь мы с вами берем и с этой стороны точно так же выкладываем.
нашего шаблона. И тоже пусть выходит все за линию. За края.